Всем привет! Всем привет и добро пожаловать в волжский город Саратов. Город-миллионник, и мы вместе с вами в рамках 33-го тура МЛПЭТ Первой Лиги. Сегодня посмотрим, боже мой, что за поединок, потому что я не знаю, потому что по атмосфере ощущение, что будем смотреть финал Лиги Чемпионов, который в Саратове, правда, играется, но ничего. Это волжское дерби. Это, я не знаю, это матч жизни и смерти. Это битва аутсайдеров. Но подвальным дерби этот поединок называть абсолютно точно не хочется. Сокол против команды Волгарь. Сокол против Волгаря. Мы поехали! Это тур номер 33 МЛБЭТ Первая Лига. Меня зовут Михаил Гриванов. С большим удовольствием буду работать на этом матче. Смотрим Азаров. Высокая подача, удар по воротам. Максименко через себя. Будет бить. Но в итоге как-то пробил, как будто бы в то самое место, где стоял Олег Смирнов. Да, Сокол, конечно, начинает весело и бодро вселить веру в астраханских болельщиков. Артур Гелезидинов. Хороший удар. За пределов. Понизу. Вообще Гелезидинов обладает, не знаю, по-моему, у него все футбольные качества прокачаны. Если бы это поле было натуральным, фланг был бы, ну, перепахан. Им прострел здесь. Хороший прострел. Самко чуть-чуть не успел. Зато успел Олег Смирнов. Ну, сейчас посмотрим. Пока Сокол в атаке. Наконец, есть свободное пространство. Это Сасин. Это Максименко! В лед ударил! Артем! Это что за гол? Мы ждали этого 48 практически минут! Ну, ничего себе! Ну, я, честно говоря, и минут бы 80 подождал, чтобы такое увидеть. Вот, наконец-таки, у Сокола появилась свобода. В этом забитом мяче сошлось абсолютно все. Пнул так пнул, да еще и так изящно Максименко. Еще момент. Сасин в лед. Смирнов. Вот-вот. Вот вам и Сокол. Без моментов практически в первом тайме. Кротов. Ой-ой-ой. Кстати, хорошо было. Рикошет от Ткачука. И таким образом мяч в створ полетел, но Петр Косаревский на месте. Второй раз не получилось убрать соперника. На подборе снова футболисты Волгаря. Это Полубояринов, Шайхдинов. Кросит. Удар по воротам. Вот хорошо, этот Качук. Это Тимур Жамалетдинов. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько пространства, но сил-то тоже немного. Максименко, он идет, он против всех, он сделал передачу, и шанс для Козловского решить все. Но Максименко идеально сыграл в этом эпизоде. Он без сил, но он сделал все, чтобы партнер его забил. Битва за выживание. Подходит к концу, но судья дает еще играть. И может быть это последняя атака. И это все! И это все! Саратовский Сокол у себя дома обыгрывает астраханский Волгарь. И процентов на 90, если не на 95, сохраняет свою прописку в МЛПЭТ Первой Лиги.